на месте. Хорошо, мы приветствуем Романа, интересуемся, готов ли он к проверке, доверили ли нам свое биополе на период сеанса. Да, доверит. Замечательно, хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Романа. Находит любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки энергии, и от них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму, и ответственный по этим каналам притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. У него есть негативные энергии, эмоции. Сканер сжигает их собственные. Собственные, хорошо. Он чистый, зеленый. Роман, держитесь подальше от негативных энергий и вибраций или научитесь их самостоятельно сжигать. Это делается очень просто. Открывается воронка, вы концентрируете, вы давите из себя весь негатив и отправляете этот шар в воронку и закрываете воронку. Точно так, как видел. Хорошо. Так. Давай заправим его энергиями, переходим к квартире. Посмотри, пожалуйста, сколько нужно энергии Роману и какая частота вибрации. 450, 28. И на счет 3 в макушку головы Романа начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 450% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, все необходимые цвета начинают в него поступать. Частота его вибрации поднимается до числа, значит, 28 Гц. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Романа в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке. Каждая извилинка головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте. Хорошо, Вера. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти квартиру Романа. План ты видела, видео видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью. 1, 2, 3. Я нашла. У него здесь общий коридор. Да. И он очень грязный. Хорошо, мы сделаем следующее. Ты помнишь план квартиры? Давай по всей квартире, по всему периметру квартиры, значит, 3, устанавливается. Устанавливается прямо в центре квартиры, в гостиной. 1, 2, 3. Все интерференты притягиваются в клетку. Клетка в спальне установилась. Давай в спальню. Чьей, мама или его? Его. Его, хорошо, в его комнате. Хорошо. Покойная душа. В квартире? В клетке. В клетке. Хорошо, дальше кто еще? Дракон красный. Одна голова, две? Одна голова. Считай цифры, пожалуйста, над головой. 538. Хорошо, дальше поехали. Две воронки, арахноид и черт. И черт. Замечательно. Хорошо. Так, под воронками сейчас в клетке открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И они уходят в галактическое ядро на переработку. Готово. Хорошо, обращаемся к неупокоенной душе. Назови себя, кто ты, почему ты здесь находишься. Она как будто лежит без энергии. Так, и в моих руках формируется шар энергии. 1, 2, 3. Необходимый для этой души. И я этот шар посылаю ей. Заправляю ее. Она говорит, не трогайте меня, я никому не нужна. Почему никому? Нам нужна. Отцу нужна, детям нужна. Она говорит, что я стучалась, но все бесполезно. Я как в черной дыре. Имя назовите свое. Как к вам обращаться? Анна. Анна,
Вы попали сейчас к тем, кто может вам открыть портал. Светлый мир. Она говорит, что я была бы очень рада уйти. Анна, мы откроем. Мы откроем вам сегодня портал. Вы попали действительно на тех, кто это может вам сделать. Я сегодня вас отправлю в чистилище, в светлый портал. Вы встретитесь со всеми своими родственниками, которые давно уже заждались о вас. Сколько вы уже не живете на Земле? Когда вы ушли из земной жизни? Сколько лет 30 прошло? 30 лет. 30 лет. Вы 30 лет. Почему вы 30 лет не хотели уходить из Земли? Она говорит, я не знаю, я попала в это темное пространство. Не могу из него выйти, как черный квадрат. Все понял. Мы заканчиваем сегодня ваши страдания, Анна. И на счет 3 открывается портал, светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Да, будет так. И Анну встречает. Анна, вы видите этот портал? Ну, плачет, кивает. Анна, идите в портал, идите в свет. Ваши мучения закончились. Да будет так. Ее встречает Вера? Да, много кто. Она вышла. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Фух, сколько раз я встречаю эти неупокоенные души, каждый раз меня так за горло берет эти все эмоции. 30 лет, представляешь, 30 лет и никакого Бери шанса. Бери это черное, как комната осталась от нее. И это черное, что мыслеформа. Открывается под ней портал в галактическое ядро. 1, 2, 3, оно улетает в галактическое ядро. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Отлично, поехали дальше. Так, красный дракон, как долго ты, и почему ты здесь вообще находишься, дракон? Говорит, что энергии, позволяющие мне здесь находиться. Ну, а тебя кто-то приглашал, тебе говорил, дракон, приди, поешь моих энергий. Или ты считаешь нас за жалких людишек, которые идиоты и просто не понимают, что они делают, или как? Ты мне объясни. Показать тебе, что мы не жалкие. И в моих руках появляется печать говорит, дракона. Говорит, что я уже вижу. Вот. А я тебе могу еще и включить. Включаю печать дракона. 1, 2, 3. Вот, посмотри на нее внимательно, выключая печать дракона и спрашиваю еще раз, на каком основании ты находишься в этой квартире? Если ты мне еще ответишь глупостью, я тебе... Без основания. Без основания. Хорошо, у меня такой вариант. Энергиями питаюсь. Как долго ты жил в этой квартире? 15 лет. 15 лет. За эти 15 лет какую ты энергию вырабатывал в этой квартире? Много разных энергий было. Эмоции. Собирал. Какие конкретно? Разногласия. Разногласия. То есть ты был ответственен за скандалы в квартире, правильно? Разногласия. Хорошо, поехали дальше. Арахноид, как долго ты находишься в этой квартире? Есть ли у тебя здесь семья, потомство? Да, есть. Как долго? 3 года. 3 года. Хорошо. Все заберешь, когда я дам команду. И черт, как долго ты находишься в этой квартире? 2 года. Чем ты питался? Ну, он показывает, подкидывал он. Клубочки красные, клубочки, да? Клубочки, да. Я вижу. Одеялка твоя есть там еще? Есть одеялка. Хорошо. Значит, тогда я тебе предлагаю следующий вариант. Кроме одеялка того, что ты... у мамы в комнате. У мамы в комнате. Хорошо. Давай сделаем тогда так. Ты сейчас выходишь, забираешь все одеялко, забираешь все, что ты раскидал в этой квартире. Потом ты показываешь нам, где находятся открытые порталы в этой квартире. И когда мы все это уберем, я соберу весь негатив в этой квартире и отдам тебе его. Как тебе такой вариант? Он кивает, и он показывает на этот общий коридор. Там очень много негатива. Это мы все соберем, без проблем. Давай, начинай со своих сначала. Собирай свое одеялко, все, что ты раскидал по всей квартире, чтобы я ничего не нашел, когда буду делать проверку. Он показывает на угол за дверью в спальне. Что там? Портал в углу.
Хорошо, подходим к этому порталу в углу в спальне. Под ним открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И этот портал уходит туда, засасывается вместе с ним и фантом этого портала до последнего микрона. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Поехали дальше. Стена в зале, он показывает. Не понял, стена в зале? Да. Стена в зале. Хорошо. По всему периметру стены под ней открывается портал в галактическое ядро на счет 3, 1, 2, 3. И засасывается туда этот портал. Вместе с ним уходит фантом. Все до последнего микрона. Закрывая, печатая, растворяем. Мамы в комнате. У него одеялко и эти шарики. И там есть зеркало. Угу. В шкафу. Портал это. Хорошо. Так, и под этим зеркалом открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И этот портал улетает туда в галактическое ядро, улетает вместе с ним и фантом этого портала до последнего микрона, закрывая, печатая, растворяя. Черт, собирай сразу все свое, что ты там раскидал. Собирает. Хорошо. Дальше идем. Стена за унитазом. Стена за унитазом. И по всему периметру стены за унитазом открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И он засасывает туда эту воронку, она уходит. Вместе с ней уходят фантомы, все микроны этой энергетики 1, 2, 3. Закрываем, опечатываем, растворяем. На кухне у него разбросано много. Давай, собирай все, что там на кухне. Ну, это их любимое место на кухне. Они любят на холодильнике сидеть. Он забрал все, в клетку встал. Хорошо, черт, тогда подожди, пока я закончу со всеми, я тебе потом все отдам. Хорошо, Арахноид, я прошу тебя сейчас выйти и собрать все, что ты оставил до последнего микрона, всю паутину, все потомство, все собирай. Коридоры. Хорошо. Ну, не скатали все паутину. Хорошо. В них какие-то устройства забрали. Хорошо. Красный дракон, что ты оставил в этой квартире? Какая-то труба у него. Где она стоит? Она идет по периметру, где зал. Ага. Потом мамину комнату идет. А, вот как. Какая функция этой трубы была, дракон? Отсос энергии. Чтобы вы не спрашиваете. Хорошо, я тебе даю сейчас команду, выходи из клетки и забирай все, что ты оставил на своей чистоте в этой квартире. Ничего не забывай, буду делать проверку. Он снял. Хорошо, так, все забрали. Хорошо. Так, Вера, поднимись над квартирой и просканируй сейчас ручным сканером, есть ли что-то еще не забрано. Оно загорается ярко-красными маячками. 1, 2, 3. Ручным сканером просканируй. Энергии там есть, а так. Где? А, энергия в этом. Сгустки энергии, да. Хорошо, все, возвращайся на место. Хорошо, все, меня этот вариант устраивает. Дракон, ты понял, в эту квартиру больше не приходи, мы ее сейчас будем запечатывать. Если не хочешь со мной встречаться, лучше не приходи, иначе через 10 минут мы опять встретимся. Все понятно? Да. Открывается наверху портал на чистоте красного дракона против часовой стрелки. 1, 2, 3. Дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахноиды готовы уходить? Да, они готовы. Хорошо. Больше в эту квартиру не приходите. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноидов. 1, 2, 3. И они уходят на свою чистоту. Забирает все, что они с собой принесли. Готово. И у нас черт остался, да? Черт остался. Хорошо. И я даю команду сейчас на счет 3. Начинает собираться и выходить из каждой стены. Теперь вся негативная энергия с момента создания этого дома. Постройки 1, 2, 3. Пошла энергия, начинает выходить из стен. Эмоции, вибрации, энергии болезни, энергии страха, патогенные энергии. Все накручивается на этот шар. Все негативное входит в это. Все. До 100%. Шар накрутился, он огромный. Черт, как тебе такой подарок? Он как диск больше.
Как диск. Хорошо. Заберешь черт? Да, он кивает. Отправляю черту в клетку. 1, 2, 3. Это его все. Хорошо, черт, я закончил, готов тебя отпускать. Ты понял тоже, больше в эту квартиру не возвращайся, здесь будет все закрыто. Готов уходить? Показывает на этот общий коридор. Да, общий коридор. Хорошо, давай теперь сделаем следующее. Давай. И на счет 3 я даю команду. Вся негативная энергетика с этого общего коридора начинает формироваться в шар. 1, 2, 3. И начинает скручиваться в шар и летит в клетку, в тюрьму. Готово. Большой шар? Да, он темный такой. Хорошо, значит, там прилично что происходило. Черт, все, что ты хотел? Да, нравится ему это. Ну, ты бы за все годы не собрал столько энергии, сколько я тебе тут за 5 минут собрал. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта. 1, 2, 3. Черт забирает все и уходит на свою частоту. 1, 2, 3. Готово. Все. Клетка пустая? Да. Открывается под ней портал галактической дрон. 1, 2, 3. Клетка улетает, галактический дрон на переработку. Закрывая, печатая, растворяя, еду и команды по всему периметру квартиры на счет 3. Открывается портал, поток абсолюта, энергии любви абсолюта. 1, 2, 3. Пошел поток. Заливает всю комнату, сжигает весь негатив. Комната становится стерильная. Вся квартира. Свет выключается автоматически, когда все будет уничтожено, весь негатив. Готово. Отлично. Готово. Замечательно. Все, мы закончили чистку. И на счет 3 переносись к входной двери. 1, 2, 3. Да, я здесь. И отключайся от квартиры и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.